бы сказал, такое уникальное объединение, которое связывает людей и бизнесменов России и Германии, объединенных общим делом. Делом развития взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества, которое идет на пользу и России, и Германии, и, естественно, тем фирмам, которые АХК объединяет. Поэтому это уже давно функционирующее, хорошо зарекомендовавшееся объединение. Мы его хорошо знаем. И любые позитивные инициативы, которые исходят из этого объединения, они действительно направлены на доброжелательную кооперацию. Спасибо немецкому бизнесу за то, что, несмотря на внешнее политическое давление, бизнесмены Германии остаются верны сотрудничеству с Россией. Наши проекты увеличиваются, имеют хорошую перспективу, чему мы довольны. Я думаю, что это поможет и реализации наших национальных проектов, и тем выполнению тех социальных задач, которые поставлены в послании президента. Так что спасибо вам и всего самого наилучшего членам Российско-Германской внешнеторговой палаты.